Доступный и простой рецепт приготовления очень вкусной мясной закуски к праздничному столу или на каждый день. Луковая шелуха придает свиной грудинке замечательный вкус и потрясающий аромат. Идеальная закуска для праздничного стола, без сомнения, это грудинка в луковой шелухе в домашних условиях. Готовое мяско можно класть на бутерброды или просто кушать в прикуску с гарниром и свежими овощами. Натуральный и свежий продукт к вашему столу. Список ингредиентов в конце видео. Грудинку тщательно промываем и очищаем от лишних частей, обсушиваем бумажным полотенцем. В глубокой кастрюле кипятим воду с солью и луковой шелухой. Как только закипит вода, добавьте грудинку, еще раз доведите до кипения, варите под крышкой 40 минут, снимите с огня и полностью остудите. Готовую грудинку обсушите, заверните в фольгу и храните в холодильнике. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся. Нам понадобится: свиная грудинка на кости, 2 кг, луковая шелуха, 1 по вкусу, с 1 кг лука, соль, 250 грамм, вода, 3 литра, количество порций, 4-6. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Я рада гостям.